Слава Богу за это время. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам откровенно скажу, что сегодня я встал очень рано. У меня давно было желание поделиться с вами такой темой, которую я назвал «Благодать в немощи». И на протяжении последних дней я анализировал этот вопрос и проверял свое сердце. Вы знаете, это хорошая тема. И сегодня во время поклонения today, worship, мне больше и больше стало приходить слово. Может быть, оно не так подготовлено, prepared, но я ощутил, это побуждение было Духа Святого сегодня с вами говорить о силе говорения на иных языках. Я просто взял несколько мест Писания и хочу с вами поделиться в этом плане. Я верю, что это будет большим благословением сегодня для нас. Хотя я знаю тему, которую я должен сегодня проповедовать, я вам хочу сказать, она не уходит в архив. Но сегодня я вижу, нужно говорить о том, к чему Дух Святой побуждает. Для всех нас, крещенных Святым Духом, Spirit, в принципе, much, говорение на иных языках in tongues, это так знакомо. So familiar. Мы все знаем, как это делать, когда нужно молиться. Но неспроста Господь сегодня побуждал меня, чтобы мы сегодня услышали еще раз то, что нам дано, то, что мы имеем, и то, что мы можем использовать. Это говорение на иных языках. Для чего это? Вы знаете, это не секрет. Для чего это нам? Мы знаем учение в этом плане. Мы знаем, что когда нужно, когда мы должны молиться, pray, и когда мы не должны молиться. Но служение Духа, Spirit, оно никогда не исходило от наших правил. Оно никогда не исходит от того, как мы спланировали. Служение Духа, Spirit, оно исходит от Бога. God, и я бы хотел, like, чтобы помимо наших планов, plans, наших определенных взглядов, мы позволили Духу Святому двигаться в нашей жизни. Сегодня это так актуально и так нужно, чтобы Дух Святой, Он имел свободу в наших общениях. Я уверен, я даже больше, чем уверен, что мы все сегодня хотим движение Святого Духа. Вы знаете, иногда это страшно. You know, sometimes it's scary. Потому что есть неизвестность. Because there's the unknown. Или ты не знаешь, что будет. Or you don't know what's gonna happen. Всегда лучше, always it is better, когда уже есть на что опереться. When you already have something to rely on. Когда есть и какие-то запасные варианты. When there's some kind of plan B. Но когда приходит движение Духа, comes, все, что человеческое, human, все, что связано с нашим представлением, it, оно теряет силы. It я бы хотел, чтобы все, что связано с нами, us, оно потеряло силу, а то, что связано с Духом Святым, Spirit, имело сегодня свободу и силу на этом месте. Я хочу спросить вас, like you, зависит ли от нас, или так скажу, в какой-то степени зависит от нас, way, чтобы сегодня на этом месте us, today, мы были наполнены Духом Святым. Я помню, как один брат на этом месте сказал,
Он говорит, что без воздуха мы не можем жить. He said that without air we cannot live. Что, чтобы мы имели сегодня жизнь, for us to have life today, мы должны иметь дыхание. We need breath. И мы должны вдыхать. And we need to breathe. И если вот на этом месте, and if in this place, есть Господь, there is the Lord, и Он говорит, давайте Его вдыхать. He says, let us breathe him in. Ну, глупо звучит, в общем-то. It sounds dumb. Для нашего интеллекта это глупо. Especially for our intellect, it sounds dumb. Но я хочу подчеркнуть в этом плане. But I want to underline something. В этом есть истина. There is a truth in that. Потому что Дух, because the Spirit, это Он и есть Дух, невидим. He is the Spirit, and He's invisible. Если мы верим, что Он здесь, if we believe that He's here, то мы должны Его вдыхать. Then we have to breathe Him in. Мы должны позволить Ему наполнять нас. Allow him to fill us. Я прочитаю несколько мест Священного I'm Писания. Going to read a few scriptures. Первое место это записано the first scripture is written in Деяния апостолов, 2 глава. Acts chapter 2. Мы знаем этот момент. We know this scripture. С первого стиха, если мы будем читать, if we read from verse 1, здесь сказано так. It says, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. When the day of the Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Обратите внимание. Notice. Первое, что the first thing они были единодушны. Is that they were all in one accord. Я верю, I believe, что они, может быть, не знали, что это такое. That maybe they didn't know what this was. Но они одно понимали, but they understood one thing, что должно что-то прийти в их жизнь. That something has to come into their life, о чем говорил Иисус. Of which Jesus spoke, что Он обещал им. What he promised them, и они собрались. And they gathered, и были единодушны. And they were in one accord. Они все едино. They were together, united, хотели этого. Desiring this. Они жаждали этого. They thirst for that. Они объединились. They united. Поэтому они не просто собрались. And that's why they didn't just каждый со своими представлениями. Each one with his own imagination. Они ждали движения Святого Духа. The movement of the Holy Spirit. И смотрите. And look, внезапно сделался шум с неба. And suddenly there came a sound from heaven, как бы от несущегося сильного ветра. As of a rushing mighty wind, и наполнил весь дом. And it filled the whole house. Оказывается, Дух Святой наполняет. The Holy Spirit fills. Наполнил дом. He filled the whole вот house. Они где были. Where they were. Этот дом был наполнен. This house was filled. Наполнил дом, где они находились. It filled the whole house where they were at. Это значит, атмосфера была наполнена that Духом Святым. The atmosphere was filled with the Holy Spirit. Это было настолько реально, it was so real, что Дух Святой наполнил этот дом. That the Holy Spirit filled this home. И дальше что? And what happened next? И явились им разделяющие языки. Then there appeared to them divided tongues, как бы огненные почили по одному на каждому из них. As of fire, and one sat upon each of them. И исполнились все Духа Святого. And they were all filled with the Holy Spirit, и начали говорить на иных языках. And began to speak with other tongues, как Дух давал им провещевать. As the Spirit had gave them utterance. Было определенное движение Духа. Горница наполнилась Духом the Божьим. Room was filled with the Spirit of God. И явились разделяющие огненные языки. And different tongues came. И написано, что исполнились все Духа Святого. And it says they were filled with the Holy Spirit. Исполнились, это слово имеет в виду, they were filled, the word filled means, что пустой их сосуд, that their empty vessel, вот эта жажда, this desire, вот this это thirst, стремление, this desire, оно наполнилось Духом Святым. It was filled with the Holy Spirit. Они исполнились. They were filled. Исполнился это не просто быть полным. Filled does not mean just to be full, capacity wise. Исполнится это значит, когда уже идет сверх того, что полное. At this point, they're overflowing. Это избыток. This is abundance. Это то, что полное и уже сверх уже. This is something that is filled and overflowing. Вот о чем говорил Иисус Христос. This is what Jesus was talking когда about. Он сказал, кто жаждет, when иди he ко said, мне и пей. Who thirsts, come to me and drink. Вы знаете, апостолы, ученики, они жаждали. Apostles, the disciples, they desired. Когда они были единодушны вместе. They were thirsty when they were together, они хотели united. Этого. They wanted this. И Дух Святой сошел. And the Holy Spirit came это down. Было очень сильное Его присутствие. This was a powerful presence. Это был как шум. This was like a sound от сильного ветра. Of a rushing mighty wind. И они исполнились. And they were filled. Иисус сказал, Jesus said, у того, как сказано в Писании, for him, as it's written in the scriptures, из чрева потекут реки воды живой. Out of the belly, rivers of living water will flow. Исполнится.
to be filled. Это когда начинает течь. Is when it starts to flow. Это течет из нас. This is flowing from us. Иисус говорил это о Духе Святом. Jesus was talking about the Holy они Spirit. Исполнились Духа Святого. They were filled with the Holy Spirit. И это потекло через and них. This flowed through them. И они начали говорить and на их языках. Speaking in tongues. Как Дух давал провещевать. As the Spirit gave them utterance. Я думаю, что нам нужно вернуться к этим истокам. Нам, знающим, как Дух Святой действует. Нам, знающим, как Дух Святой должен наполнять. Нам, знающим, как нужно говорить на их языках. Нам нужно откинуть все это знание и прийти к первостепенному, как будто мы ничего не знаем. Мы просто жаждем. Наполни нас, Господь! Исполни нас Духом Святым! Обнови нас! Измени нас! Пусть текут твои реки, возлюбленные. Есть сила в этом. То, что изменяет, преображает и делает нас другими. Мы также читаем это первое послание к Коринфянам, 14 глава. Много споров идет о том, что нужно ли говорить на собрании или не нужно. Апостол Павел, как никогда в этой главе, он провел эту черту или сделал порядок. Сегодня можно слышать, к сожалению, что говорение на их языках это только нужно в одиноком месте. А когда мы собираемся вместе, together, то мы должны только на понятном we говорить. Should only speak in our own language. Я не буду сегодня углубляться в этом плане, I'm not gonna go too deep into this today, потому что это как бы немножко отдельная тема. Because this is a separate topic. Но я хочу подметить, but I wanna underline, чтобы это нас не смущало. For this not to burn us down. Апостол Павел здесь говорил о даре истолкования. Apostle Paul was talking about the gift of interpretation here. Есть дар истолкования. There's a gift of interpretation. Это присловие, которое мы имеем. This is the word that we have. Когда приходит слово через идоговорение, when the word comes through tongues, то нужен дар истолкования. Then we need the gift of interpretation. Поэтому он говорит, когда я буду говорить к вам, and that's why he says, when I speak to you, на незнакомом языке, in different tongues, вы не можете понять you меня. You cannot understand me. Поэтому я лучше пять слов скажу на знакомом языке. Но когда речь идет о молитве на иных языках, написано, что мы говорим не людям, а Богу. Если мы говорим людям, то мы должны иметь дар истолкования. Но если мы говорим не людям, а Богу, то нам не нужен этот дар. We don't need that gift. Но что-то происходит, когда мы это делаем. But something happens when we do this. В 4 стихе апостол Павел говорит, in это 1 Коринфянам 14:4. 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, he who speaks in a tongue edifies himself, тот назидает себя. Edifies himself. Кто говорит на незнакомом he языке? Who speaks in a tongue, edifies himself. Что-то происходит в нашей something жизни в этот момент. In our life at that moment. Назидает. We edify. В другом переводе. In another interpretation, это как строит. It's like, as if созидает. To build up. Когда мы говорим на незнакомом when we speak языке, in an unknown tongue, что-то происходит внутри something's нас. Happening inside of us. Дорогая церковь, dear church, больше всего откровений. More than any revelation. Больше всего вдохновений. More than any encouragement. Больше всего дерзновения. More than any boldness. Приходит в мою жизнь. Comes to my life. Когда я молюсь на иных языках. When I pray in tongues. Когда я провожу время. When I spend time. Это, конечно, когда я сам. Of course, this is when I am alone. Это когда я в общении. This is when I'm in fellowship. Это когда я прихожу в церковь. This is when I come to church. Возлюбленные. Beloved. Есть вещи, которые строят нас. И Слово Божие говорит, говорение на иных языках, tongues, они созидают, они назидают нас. Кто из нас откажется от назидания? Разве кто-нибудь откажется из нас
Anyone gonna deny от того, чтобы Бог формировал нас, чтобы Он что-то строил в нас? Конечно, нет. Вот почему я поощряю вас, молитесь на иных языках, говорите больше на иных языках, что-то происходит внутри нас, что наш разум не может даже осознать этого. Когда приходит искушение, молись на иных языках. Когда нету радости, когда приходит уныние, когда, может быть, приходят вещи, которые приводят к усталости, молись на иных языках, и ты увидишь, как что-то начнет происходить, как что-то начнет меняться, когда вроде бы обстоятельства самые тяжелые, но внутри уже начинает что-то подпрыгивать, внутри что-то начинает происходить, когда вокруг вроде бы уныние, а тебя наполняет радость. You are filled with joy. Возлюбленные, beloved, это не просто так, this isn't just so, что что-то внутри, that's something inside, и на этом все. And that's it. Нет. No. Они исполнились they Святого were Духа. Filled with the Holy Spirit. А это значит, and that means, то, что они имели внутри, what they had inside, оно потекло через it них. Started flowing through them. Оно имело силу, it had a power, имело влияние it had influence, на их душу, over на their их эмоции, over their emotions, на их разум. Over their mind. Начинает перестройка происходить. There's a recreation that и буквально, может быть, час назад, maybe an hour я был в унынии. I was disappointed. Я не знал, что делать. I didn't know what to do. Но сейчас, but now, после того, after, как я был наполнен, как я начал молиться на языках, как началось это созидание, как я начинал назидаться, пришла уверенность, я наполняюсь радостью, и радость начинает течь. Это непонятно людям, но это понятно тем, кто практикует говорить на иных языках. Аллилуйя! Есть здесь крещенные Святым Духом? Давайте мы сейчас поднимемся. Let us stand up right now. Несколько времени мы возьмем we're gonna spend some time для этой молитвы на иных языках. For this prayer in tongues. Несколько времени. We're gonna spend some time. Я знаю, мы живем в такое время, I know that we live in such a day, когда when вот этот стиль или, так сказать, обстоятельства этого времени, the circumstances of this time, нас поставили в определенные условия. Have placed us in a certain, in certain circumstances. Эти определенные условия and these specific circumstances диктуют нам, dictate to us как мы должны жить, how we should live, как мы поступать, how we should act, как мыслить. How we should think. Вы знаете, дух этого времени, you know, the spirit of today, он управляет людьми. It controls people. Но вы знаете, ему не подконтрольны люди, but you know, there are certain people that are not under its control. Которые ходят в духе. Those people are the ones that walk in the Spirit. Которые исполнены Святым Духом. Who are filled with the Holy Spirit. Это люди веры. These are people of faith. Это люди, исполнены Святым These Духом. Are people filled with the Holy Spirit. Вы знаете, для дьявола непонятна эта речь. And this tongue is not understood by the devil. Он знает языки всех народов he и knows наций, all the languages of the nations, всех племен. All the tribes. Он даже знает языки, которые уже ушли, he knows их нету languages сейчас, that are no longer exist in this world. Но он не знает того языка, but he does know this language, который дан нам Богом. That is given to us by God. Это язык Духа. This is the tongue of это молитва на иных the языках. Of tongues and spirit. Это разговор, который this мы имеем. The speech that we have. Вот почему дьявол удивлен. This is why the devil is shocked. Когда мы молимся на иных when языках, we pray in tongues, происходит созидание. And there's an edification и он that ничего happens, сделать but не he может. Can't do anything about it. Может быть, ты сегодня maybe you today живешь в такой обстановке, live in a circumstance что тебя никто не понимает. Where nobody understands you. Когда мы молимся на иных when языках, we pray in tongues, приходит ясность, a clarity comes, что Бог меня понимает. That God understands me. Может быть, ты одинок. Maybe you're lonely. Но приходит понимание, but an understanding comes, что есть тот, который разделяет со мной общение. Has fellowship это Иисус. With me, and that is Jesus. Я хотел бы, чтобы мы сейчас какое-то время I'd помолились на иных языках. Time praying in tongues.
Если ты крещен Духом Святым, я не говорю сейчас, чтобы просто кричать на языках, но я хочу, чтобы твой голос был услышан. Чтобы ты закрыл глаза и не наблюдал ни за кем. Я не знаю, что у тебя в жизни, но я бы хотел, чтобы сегодня мы увидели эту привилегию, когда мы выходим из-под контроля этого духа времени, когда мы соединяемся с Господом, когда мы высвобождаем то, что в нашем духе. Поэтому я хочу призвать вас, пусть эта атмосфера в этом помещении будет наполняться Духом Святым. Пусть наше сердце жаждет Его больше. Пусть действительно это движение придет во имя Господа Иисуса Христа. Давайте мы помолимся. Возлюбленные, все молитесь на иных языках, все, которые крещены Святым Духом. Иисус, ты есть Господь. Jesus, you are Lord. Иисус, ты есть Господь. Jesus, you are Lord. Иисус, ты есть Царь славы. Jesus, you are the King of glory. О, превозносим имя Твое. Аллилуйя. 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 Вся слава и честь нашему Господу. Аллилуйя. Дорогие. Dear people. Вы знаете, река имеет силу. Вообще, садитесь сейчас, мы еще продолжим. Несколько мыслей я поделюсь. Река имеет силу. Вы знаете, когда мы попадаем на глубину, если река имеет течение, то это течение нас будет уносить. До тех пор, пока мы под собой чувствуем почву, наши ноги, они стоят, our legs are standing. Мы можем ощущать we движение, can feel the movement. Оно может касаться нас, it can push us. Но вы знаете, мы в этот момент but we, at that moment, управляем ситуацией. We control the situation. Пророк Иезекииль, Prophet Ezekiel, он реально пережил в своей жизни. He experienced in his life. Когда
Отмерено было 1000 локтей. When a thousand measurements were measured out in front of him. Он зашел по щиколотку. He went up to his ankles. И он ощутил этот поток. And he felt that current. Он пережил это прикосновение. He experienced that touch. Но он управлял ситуацией. But he still controlled the situation. Он мог свободно бегать. He could easily run around. Он мог на этой глубине свободно перемещаться. At that depth, he could move in any direction. Но было еще 1000 локтей отмерено. But then 1,000 more were measured out. И он зашел по колено. And he went knee deep. Да, он мог двигаться. Yes, he could move. Но уже было сложнее. But it was a little more difficult. Уже было определенное сопротивление. There was already some more resistance. Он уже не мог бежать так. He couldn't run as he could before. Но он все равно управлял ситуацией. But he still controlled the situation. И он еще отмерил 1000 локтей. And 1,000 more were measured. И он зашел туда. And he went that deep. Было глубины по пояс. And it was waist deep at this point. Уже сложнее. And it was more difficult. Уже больше. Now more. Этот поток, that current, он больше уже начинает влиять. Was starting to influence him more. Ты уже не можешь так сделать то, что ты бы хотел. You couldn't do everything you wanted to do. Потому что поток, он уже влияет на тебя. Because the current's already influencing you. Но все равно. But still. Ты еще держишься. You still hold on. Ты еще можешь что-то предпринять. You can still do something. И контролировать ситуацию. And control the circumstance. Но вот была глубина. But then the depth came. И 1000 локтей. And 1,000 more were measured. И он пошел туда. And he went there. И это была такая глубина. And it was so deep. Где он уже не мог стоять. Where he could not reach the ground anymore. Но написано поток. But it says the current. Он понес его. It took him. Вы знаете, это вот то место. You know, this is the place. Которое так важно. That is so important. Зайти. To go in. Настолько. So deep. Чтобы Дух Святой, where the Holy Spirit, он мог пропитать нас полностью, would be able to saturate us completely. Когда мы еще отвлекаемся на что-то, while we are still distracted, когда нас что-то другое может занимать, when something can take our time. О, Господь, я хочу Тебя. Oh, Lord, I want you. Но вот тут у меня дела. But here I have things to do. О, Господь, я с понедельника начну искать Тебя. Oh, Lord, I'm going to start to seek you on Monday. А сегодня нужно закончить вот это. I have to finish a few things. О, Иисус, я хочу Тебя. Oh, Jesus, I want you. И вы знаете, сколько в нашей жизни, you know, life, есть вот этих правильных высказываний, right, say, но мы продолжаем держать обстановку под своим контролем. And control. Почему Дух Святой не завел сразу его на глубину? Right. Вы знаете, Господь хочет научить нас, you know, God wants to teach us, чтобы мы оценили приоритеты, for us to value the priorities, которые связаны с Ним. That deal with Him. И ради этого, and for this, чтобы мы научились, for us to learn, жертвовать всем, to sacrifice everything, чтобы идти на глубину. To go into the depth. Вы знаете, Бог, God, никогда не заинтересован, is never interested, чтобы когда Он проявляется через нас, in, when He is, shown through us, чтобы в это время было проявление нашей плоти. Глубина — это то место, где плоть не пользуется ни мало. Плоть теряет контроль. До тех пор, пока плоть контролирует нас в чем-то, Бог не может во всей полноте использовать нас. Поэтому Он увлекает нас That's на глубину. He attracts us and takes us to the depth. Есть определенные вещи. There are certain things. Например, у меня нет желания молиться. For instance, I don't have the desire to я pray. Занят другими вещами. I am busy with other things. Но я принимаю решение. But I make the decision. И когда я начинаю это делать, and when I start doing this, может быть, не совсем легко. Maybe it's not that easy right away. Может быть, еще мысли меня смущают. Maybe my thoughts keep confusing Но я продолжаю стоять but в молитве. I continue standing in prayer. Вы увидите. You will see. Как начинаются изменения. How things start changing. Я захожу в этот поток. I start going into this current. Я прочитаю такое место. I'm going to read this scripture. Ефесянам 5:18. Ephesians 5:18. Апостол Павел говорит здесь. Apostle Paul says here. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. And do not be drunk with wine, in which is dissipation. От вина бывает распутство. From wine there is dissipation. Мы в другом месте знаем place, люди, которые увлекаются алкоголем. People who drink alcohol.
Сегодня в христианстве это легализуется. In Christianity it's becoming legalized. Сегодня говорят, если ты можешь себя контролировать, people say if you can control yourself, ты можешь выпивать. Then you can drink. Но здесь сказано о том, что человек, который пьет вино, приходит другой контроль, a different control comes, и другое управление, and a different ruler, сердце становится распутным. Your heart becomes, comes into dissipation. Поэтому есть предупреждение. That's why there's a warning here. Некоторые говорят, здесь же написано, не упивайся. And do not get drunk. Вы знаете, в подлиннике in the sources, сказано так. It says, и не употребляйте вина. And do not use wine. То есть не упиваться и не употреблять. Not to be drunk and not to even use it. Когда мы слышим упиваться, when we hear это значит being drunk, дойти до состояния, когда ты не контролируешь it means coming себя. To a state where you no longer control yourself. Но есть в подлиннике сказано, but in the sources it says, не употребляйте вина, do not use wine, от которого бывает распутство. From which dissipation comes. Но что мы должны сделать? But what happens? Это не положение сравнения. Некоторые говорят, о, наполниться Духом Святым. Это лучше, чем быть пьяным. Вы знаете, это глупое сравнение. Мы даже не имеем права. Мы этим самым просто опускаем Божье Слово. Или это переживание в Боге. Некоторые люди, которые начинают свидетельствовать и говорить, я был наркоманом. Но теперь, когда я исполняюсь Духом Святым, это лучше, чем наркотик. Вы знаете, мы даже не имеем права. Мы не должны даже ставить это рядом, что лучше или что хуже. Потому что исполнение Святым Духом это абсолютно другая сфера. Поэтому мы не сравниваем that эти вещи. We do not compare these things. Апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, says, do not be drunk with the wine, от которого бывает распутство, from which comes dissipation, но исполняйтесь Духом. But be filled with the Holy Spirit, исполняться Духом. To be filled with the Spirit. Вы знаете, есть нечто в этом. There is something in this. Исполнение Духом. Being filled with the Spirit, мы изменяемся. We change. Мы становимся похожими на Иисуса. Потому что исполнение Святым Духом нас погружает в эту личность. Мы наполняемся Его любовью. Потому что сказано, says, любовь излилась Духом Святым в сердца наши. Если мы завидовали, или в нашей жизни life, были обиды, offenses, негодования, had, мы были раздражительны, we мы не могли простить, то когда мы исполняемся Духом Святым, Spirit, то приходит совсем другое отношение. Мы прощаем нашим обидчикам. Мы молимся за тех, кто проклинает нас. Мы заботимся о тех, we start to care for those, которые против нас. Who are against us. Мы любим людей. We love people. Мы начинаем видеть Иисуса we в людях. Start to see Jesus in people. Его слова, которые Он сказал, His words that he said, если это вы сделали ближним, if you did this to a person next вы это сделали мне. You did this to me. Они сказали, где мы видели тебя, Иисус? They said, Jesus, where did we see you? А когда вы это сделали ближнему? When did we do this to the little ones? Когда вы ближнего накормили? He said, when you fed the little ones, напоили? When you gave them water, приутили? When you cared for them, когда оказали ему внимание? When you showed them attention, когда послужили? When you served them, вы это сделали мне. You did this to me. Дорогие, dear people, сегодня мы кому-то можем сказать, today we may say to somebody, кто неприятен нам, who is not, pleasant to или us, на кого-то мы недовольны, or somebody that you are not happy with, я не хочу тебя видеть. I don't want to see you. Давайте задумаемся Let над us этим. Think about this. Можем ли мы сказать так Иисусу? Can we say that to Jesus? Я не хочу тебя видеть. I don't want to see you. Я уверен, все бы сказали, I'm да ты что говоришь? Say, no, what are you talking about? Я наоборот хочу его видеть. No, I want to see him. Но вспомните, but remember, Иисус сказал, Jesus said, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне.
Когда мы наполнены Духом Святым, when we are filled with the Spirit, это мы не своими силами. We do not do this with our own strength. Если мы еще не можем это, if we cannot do this yet, если меня переполняет обида, if I'm overfilled with offense, исполняйся Святым Духом. Start being filled with the Holy Spirit. И тогда любовь, and then love, она будет направлять тебя. Will direct you. Любовь. Love, она не ищет своего. Does not seek its own. Вы знаете, для людей, исполненных Святым Духом, you know, for people who are filled with the Holy Spirit, им нету разницы, they don't care, что они говорят людям. What people are saying about them. Им нету разницы, в какой они позиции. They don't care what position they're in. Им нету разницы, they don't care, знают их или их не знают. Whether people recognize them or not. Наполненный Духом Святым человек, people that are filled with the Holy Spirit, он живет так, they live in this manner, чтобы угодить Богу. Such that they would please God. Он живет для Иисуса. They live for Jesus. Вот почему его отношения к ближнему такие, как к Иисусу. People, as he has a потому что он живет для Бога. Because he lives for God. Братья и сестры, brothers and sisters, давайте это возьмем во внимание. Let us take this into attention, исполняться Святым to Духом. Be filled with the Holy Spirit. Нету разницы, it где doesn't matter where. Нету разницы, где я нахожусь. It doesn't matter where I am. Есть разница. There's a difference. Если исполнен Святым Духом, if I'm filled with the Holy Spirit, я живу, чтобы угодить Господу. Then I live to please God. Есть люди, для них очень важно, for who it's very important, как их называют, what people call them, как к ним относятся. How people treat them. Я помню так много моментов, но один из моментов. На одном из служений services, мы зашли с одним пастором. We came in with one of the pastors, и мы нашли место. We found a place. Это была конференция, мы запоздали немножко. We were a little bit late. И мы сели там на свободные места. So we sat down, we saw some free spots. И он сидит и смотрит по сторонам. He's looking side to side. И он мне говорит: Сергей, ашеров не вижу. I don't see the ashers. Я говорю: тебе зачем они? I said, what do you need them for? Надо сказать, что мы пришли. We have to tell them that we came. Я говорю, а это что меняет? I said, does it change anything? Ну как мы, пастыря, what do you mean? We're pastors. Сидим на второй скамейке сзади. Sitting second row from the back. Я говорю, какая разница, мы said, в Божьем присутствии. We're in God's presence. И он нашел одного ашера. He found an usher. Иди скажи пастору, что мы здесь. Go tell the pastor that we're here. Вы знаете, мне было неприятно. You know, I wasn't comfortable. И вы знаете, подобные вещи ты часто встречаешь. Для людей важно, чтобы их заметили, что как будто от их присутствия что-то меняется. Вы знаете, важно быть исполненным Святым Духом. Важно, чтобы угождать Богу. И если мы служим Ему, это самое важное. This is the most important. Когда мы это делаем ближним, when we do this to the people next делаем to us, с любовью, when we do this with love, от всей души, from all of our heart, когда мы жертвуем, when we sacrifice чем-то своим личным, something that is our своим personal, временем, our time, когда мы открываем свои дома, when we open our homes, когда мы служим этим when людям, we serve these people, мы это делаем Ему. We do this to him. Когда это мы делаем не из-за выгоды, this, не преследуя profit, никакую корость, seeking no other thing, мы это делаем от души, we do this from the bottom of our как для Господа. As for God. Мы это не сможем сделать, we will not be able to do this, если мы не будем исполнены if Святым we will not Духом. Be filled with the Holy Spirit. Я имею в виду, правильно I'm не сможем. Saying we will not be able to do this in the correct way. Потому что некоторые люди, because some people, они приглашают, they invite, чтобы самим быть приглашенным, to be invited themselves. Некоторые люди, some people, они позволяют кому-то выступать, they allow somebody to perform, чтобы им позволили for выступать. Them to be allowed to perform. Но Иисус сказал, but Jesus said, когда вы сделали это одному из when наименьших, you did this to one of the little ones, невидному, to one of the people that is not noticed. Вы знаете, сегодня модно становится it's very popular, быть на фотографии со знаменитостью. To be, to take a picture with a famous person. Один известный пастор на Украине, он показал мне альбом. Я был просто удивлен. Он с политиками, с артистами, с президентами, с разными такими популярными людьми. Я у него спросил, для чего это? Он говорит, это дает мне возможность войти в любую дверь. Вот эти люди ему дают возможность. Я так рад, so happy, что у нас есть Иисус, Jesus, который дает нам возможность войти в ту дверь, в которую Он хочет.
Как важно нам исполниться Святым Духом, чтобы жить не для себя, а для того, кто умер за нас и воскрес. Аллилуйя! Слава Богу! Такое еще место. Это Римлянам 8 глава, 26 стиха. 26-27 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Перед тем, как мы сейчас снова продолжим молитву, pray, я хотел коснуться некоторых вещей, которые так важны, so когда мы молимся на языках. Но хочу снова напомнить, когда Иезекииль заходил в поток, current, его Дух Божий вел до того уровня, level, где он не мог стоять. Stand, он начал плыть. He В 28 стихе сказано, in verse 28 it says, «Притом знаем, now, что любящим Бога, things, обратите внимание, notice, любящим Бога, for those who love God, то, что ты любишь, what you love, ты этого будешь желать, you're gonna desire, ты будешь этим наслаждаться, you're gonna be pleased with it, то, что ты любишь, what you love, это будет увлекать it's тебя, gonna attract you. То, что мы любим, what we love, мы об этом думаем, we think about. Мы хотим находиться с тем, кого мы любим. With the person that we love. Притом, and with that, притом знаем, we know что любящим Бога, that призванным по Его изволению, все содействует ко благу. All things work for good. А это значит, and that means, это та сфера, this is that area, когда не я управляю обстановкой, no а уже Господь. But God is. О, Господь, если Ты меня ввел в эти обстоятельства, Ты знаешь, что для меня лучше. You know what's better for me. Если Ты позволил мне сейчас идти в долину смертной тени, the valley of the shadow of Ты death, знаешь, что это лучше you для know меня. That it's better for me. Все содействует ко благу. Works for our good. Вы знаете, люди, you know, people, любящие Бога, people who love God, в любых обстоятельствах, in any circumstance, они прославят Его. They will praise Him. Но для этого написано, but for this it says, что Дух that the Spirit, подкрепляет нас. He gives us strength. Это значит, He strengthens us. Что в нашей жизни that means that in our life, будут разные ситуации, there will be different circumstances, разные обстоятельства, different obstacles, возможно, будут разные потрясения, maybe different quakes. И будут такие моменты, moments, когда мы не знаем, о чем молиться. Но здесь написано, что сам Дух, himself, Он начнет подкреплять нас. Us. Знаете, сколько было моментов how в моей жизни, life, когда мне казалось, что уже все закончилось, over, что нету сил. That there's no more strength. Бог приводит к этому состоянию. God brings us to that circumstance. И всякий раз, and every time, когда Он подводит к этому he состоянию, brings us up to that, Он очередной раз показывает, he shows us time and time again, что не силою that without power, и не воинством, and not by might, но Духом Моим, but by my spirit, говорит Господь Саваоф. Says the Lord of God, а это значит, Lord of hosts, and that means, мы устаем. We are tired. Нам становится тяжело. We become weary. Нам трудно. It's difficult for us. Потому что мы больше стали расходовать. Because we started relying свой опыт. On our experience. Свой талант. On our talent. Свои силы. On our strength. Свои полномочия. On our abilities. И Бог вынужден подвести. And God has to bring us. Когда ты начинаешь видеть. To the point where we start seeing. Я немощен. I am weak. Я полностью израсходовался. Я выжатый. И у меня уже ничего нет. И вот тогда, then, когда я подхожу к этой черте, line, я даже не знаю, что делать.
Написано, что Дух не просто в кругу друзей посидел, и я ободрился. Дух, он начинает подкреплять. И он подкрепляет не мои силы. Он начинает укреплять меня. Меня в Боге. В Иисусе Христе. Подкрепляет. И он начинает говорить. Да. Без Бога. Это вот это состояние. Но в Боге. Ты силен. Вот почему слабый. Уже не способны ни к чему. Они вдруг могут закричать. Я силен. Почему? Бог есть в моей жизни. Когда Дух Святой подкрепляет, Он снова открывает Иисуса. Моя сила в Нем. Все, что я имею, это в Нем. Мой успех — это Он. Плод в моей жизни — это в Нем. Он подкрепляет меня. Он укрепляет. Вы знаете, однажды меня спросили. Мы были на одной, на одном таком пасторском общении в Калифорнии. At a pastor's fellowship in California. И в субботу утром сделали такой форум. And on Saturday morning they made this forum. Когда выбрали трех пастырей. Where they gathered and they took three pastors. И я попал в эту тройку. And I was chosen as one of these three. Чтобы задавать разные вопросы. So that people would ask us different questions. И утром собрались люди с разных церквей. And in the morning people from different churches gathered. И разные вопросы поступали. And different questions were asked. И там был пастор из Харькова. And there was a pastor from Kharkov. Был пастор из Казахстана. There was a pastor from Kazakhstan. И я также был. And I was also one of them. И всем одинаковый вопрос поступал. And the same questions were asked to all. И один из вопросов был. One of the questions was, когда вам было самое тяжело в служении? When was it most difficult in your ministry? И вы знаете, разные мысли стали проходить. Different thoughts started going through my mind. Пока пастыри отвечали, while я стал серьезно задумываться I started над этим. Thinking seriously about this. Потому что много было в жизни Because моментов тяжелых. There are many difficult moments in life. Вы знаете, мне всегда тяжело, когда я вижу людей, которые когда-то обещали Богу служить доброй совестью, и сегодня их нету с нами. Мне всегда тяжело, когда люди искренне они посвящали свою жизнь Богу, но сегодня они променяли это на временный проходящий мир. Есть разные вещи, когда есть люди, которые были рядом с тобой, и по разным причинам они просто оставляют тебя. Это тоже тяжело. И разные мысли, они пошли. И вы знаете, этот перечень, он очень был большой. Но я понял для себя, что это ничего по сравнению с тем, когда я понял, самое тяжело в моей жизни, это когда я переставал ощущать Божье присутствие в своей жизни. Для некоторых людей people, кажется, что все идет своим чередом. It feels like everything is going on autopilot. Служения проходят, как должны проходить. The services go as they Многие should. Вещи проходят, как Many должно. Things happen as they should. Но вы знаете, только ты начинаешь But you понимать, know, only you start to understand что чего-то нет. That something's missing. Это не проблема в группе прославления. And this isn't a problem in the worship team. И не проблема еще в ком-то. It's not a problem with someone else. Ты начинаешь понимать, you start to understand, ощущая эту тяжесть, experiencing this burden, его присутствие, his presence, я не ощущаю. I'm not feeling. Я сегодня искренен с вами, Today I'm honest with you, потому что я знаю, because I know, это единственное в нашей жизни, that this is the only thing in our life, что позволяет нам that allows us правильно прожить, to live right, сделать его работу, to do his work, и исполнить Его волю, быть исполненным Святым Духом. Подкрепляет Дух в немощах наших. Мы не знаем молиться, как должно.
Дорогие, в моей жизни так часто бывает, что я не знаю молиться, как должно. Не потому, что у меня нету слов, как выразить. А вот ты не знаешь, как сказать. Не знаешь. Не потому, что тебе неизвестна ситуация. Но ты не знаешь, как должно. Благодарение Богу. Thanks be to God, что есть Дух Святой, that there's the Holy Spirit, который знает. Who knows. Он знает молиться, как He должно. Knows how to pray. Он ходатайствует. He prays and intercedes. Какое удивительное явление What в нашей an incredible жизни. Miracle in our life. Мы имеем этот дар. We have this gift. Мы имеем возможность We have this opportunity говорить на иных языках. To speak in tongues. Дух Святой, the Holy Spirit, Он всегда ходатайствует по воле Отца. Это безошибочная молитва. Это правильная молитва. Right когда нам очень тяжело, используя эту возможность. Потому что апостолы, ученики Иисуса Христа, когда исполнились Святого Духа, они начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. Давайте мы поднимемся сейчас. Я хочу снова вас ободрить. Мы не должны позволить дьяволу, чтобы он наблюдал, когда мы имеем этот мощный динамит, dynamite, эту силу, power, и мы не пользуемся. And we don't use it. Вы знаете, дьяволу не опасны эти люди. You know, the devil is not afraid of people. Да, мы можем иметь, yes, we can have, но если мы это не используем, but if we don't use it, какая польза с этого? What's the point? Дух Святой пришел в нашу жизнь. The Holy Spirit has come into our life. Чтобы двигаться через нас. Когда они исполнились when Святого Духа, они начали говорить. Я не думаю, что они разошлись по комнатам, чтобы никто их не слышал, so чтобы сами с Богом поговорить so на иных языках. One-on-one Нет, они молились no, там на иных языках. Это была мощная молитва. Мы также знаем, know, что когда после того, как апостолы вернулись, returned, пришли из Синедриона, где их запугали, где им сказали, them, вы не должны больше проповедовать имя Иисуса. Они вернулись, returned, были побиты, beaten, но были наполнены радостью. Вы знаете разницу между you тем временем и сейчас? Сейчас, когда нас ущемляют, now, when we're persecuted, мы знаем, кому обращаться. We know who to turn to. Мы знаем наши права. We know our rights. Мы знаем, кому писать. We know who to write to. Мы в свободной стране. We're in a free свобода country. Слова. We have a freedom мы должны of speech. Потребовать. We have to demand this. Меня унизили. I am put down. Меня оскорбили. I am put down. За то, что я христианин. Because I'm a Christian. Мы как-то общались. We were talking. И один пастор сказал, and the pastor said, что that как здорово, how wonderful, что сегодня мы можем отстоять свои права, rights, потому что мы в свободной стране живем. Возлюбленные, beloved, я не против того, что I'm есть not a, такой закон. I'm not against these laws. Но вы знаете, в чем разница? But you know what the difference is? Когда апостолов побили, when the apostles were beaten, они пришли в радость. They came into joy. Они говорят, какая честь. They said, what an honor. Мы за имя Иисуса. For the name of Jesus. Удостоились вот этого. We were worthy of this. Этого наказания. This punishment. За имя Иисуса. For the name of Jesus. Павел и Сила сидели Paul в темнице. Paul and Silas were sitting in the prison. Окровавлены. Beaten. Избиты. Bloody. Раны были на теле. Wounds were on their body. Они кровоточили. They were bleeding. Они сидели в кандалах. They were sitting in chains. Что этих людей what these people, заставляло радоваться? What was pushing these people to rejoice? Они сидели и пели Господа. They sat and praised God. Они прославляли they Его. Were singing. Вы знаете, что это? What is this? Это исполнение this Святым is the filling Духом. Of the Holy Spirit. Когда мы исполнены, when we are filled, тогда мы в радости, then we are in joy, тогда мы в победе, then we are in victory, тогда мы в силе, then we are in power, тогда мы можем противостоять, then we can stand against, тогда мы Слово Божие говорим с дерзновением, when we speak the word of God with boldness, исполнены Святого filled Духа. With the Holy Spirit.
Я хочу сегодня поощрить вас, like возлюбленные. Beloved, молитва на иных языках. Я понимаю, это только одна из составных частей исполнения Святым Духом. Но в этом есть огромная сила, когда мы практикуем говорение на иных языках. Мы пятидесятники, крещенные Святым Духом. Кто, как не мы, должны использовать то, что нам дано, говорение на иных языках. Я не знаю, через что вы проходите. Может быть, в вашей жизни есть места, где дьявол вас сильно ударил. Вы ощущаете себя слабым в этом месте. Молитесь на иных языках. И там, где вы слабы, вы будете сильны. И там, где вы не можете, вы сможете. И там, где вы отступали, вы начнете наступать. И где был страх, придет дерзновение. Исполняйтесь Святым Духом. Говорите на иных языках. Давайте мы прострем руки. Я хочу, чтобы мы почувствовали то, что у нас в духе. Я не хочу, чтобы мы комплексовали то, что в нашей внутренности. Не то, что вы чувствуете извне. А то, что вы испытываете. То, что вы переживаете внутри сейчас, вот это важно. Позволяйте этому течь. То, что внутри. То, что вы имеете в духе. Пусть это течет. Обстоятельства говорят против вас. Обстоятельства говорят, вы не пройдете. Полнейший тупик. Но твоя внутренность говорит. Стены падут. Ты пройдешь. Обстоятельства говорят, ты проиграешь. Но внутренность твоя говорит, ты победишь. Аллилуйя. Вот почему слабый скажет, что он силен. Потому что то, что внутри, это важно сейчас. Давайте мы направим нашу молитву. Еще хочу ко всем вам обратиться. Вы знаете, конечно, есть, когда мы собрались вот сейчас вместе, можно просто стоять, молиться, просто говорить: Господь, я пред Тобой. Ты мне нужен. Это молитва. Можно говорить: Господь, я пред Тобою, Ты мне нужен. Lord, I'm before you and I need you. Это тоже молитва. It's also prayer. Можно говорить: Господь, я пред Тобою. Lord, I'm before you. Ты мне нужен. And I need you. Вы знаете, я просто произвел интонацию. You know, I just changed the tone. В любой этой интонации in any tone, есть определенная сила. There's a certain power. Только эта сила исходит от того, насколько мы искренне это говорим перед Богом. Я сейчас не призываю ни к тихой, ни к громкой молитве, а к искренней. К искренней молитве. Как вы чувствуете? Искренне это. Пусть она потечет. То ли это будет шепот ваших губ, то ли это просто крик души, и вы раздираетесь перед Богом, и вы взываете к Нему, но пусть это будет искренне, перед Богом, не просто форма, не просто вот так вот я сейчас сделаю и все, искренне, от души, от сердца. Давайте мы закрыли глаза, просто перед Ним, молись на иных языках, позволяй Духу Божьему двигаться через тебя. Аллилуйя, 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 аллилуйя.